Йо, девчонки, всем привет! Вы на канале Дама Нейлс. И с сегодняшнего дня я решила сделать более атмосферные видео, более комфортные. И чтобы вы вместе со мной наслаждались процессом маникюра, не только ручек, но и того, как все это происходит, подготовку и прочее. Я надеюсь, вам понравится формат влогов будни мастера маникюра и педикюра. Либо же, что мастер маникюра и педикюра делает на выходных. Также работы, естественно. На эти выходные у меня записаны две девочки. На субботу маникюр и педикюр полный со стопами, на воскресенье просто маникюр-коррекция. Может, я еще наберу девочек, но там посмотрим по ситуации. Ну что ж, давайте проведем эти выходные вместе. Я взяла девочку на сегодня на 3 часа дня, но это достаточно поздно, потому что я могла бы взять уже двоих на это время. Но, тем не менее, мы просто не могли состыковаться никак по времени, когда у меня свободное место, когда девочка сможет прийти на ногти. Поэтому на 3 часа дня, и сейчас будем ждать ее. Thank you.
позвонила женщина, которая на ногти должна была прийти. Она позвонила, сказала, у нее ситуация очень сложная случилась, мне объяснили, все сказали, и попросила перезаписаться на чуть попозже времени. Вот, мы сейчас с ней состыкуемся, и я думаю, вечерком, часа в 4, она придет. Вот, она сейчас должна будет перезвонить мне, ну, посмотрим, потому что ситуация сильная случилась. Вот, ну, подожди, я очень благодарна тем людям, которые звонят и предупреждают, что что-то не так, что что-то не получается, а не просто, которые, знаете, не приходят и морозятся. А потом ты им звонишь, там, спустя 5 минут опоздания, напомнить про запись, может, забыли, может, что-то произошло, но тебя просто, тебе не отвечают, тебя игнорируют. Вот, поэтому хорошо, что мне позвонили, мы с ней застукуемся сейчас по времени и сделаем ноготочки. Ну что ж, я отпустила девочку, женщину с маникюра, очень приятная. Я вообще сама по себе общительный мастер, я не люблю сидеть 1.5 часа и просто не общаться. Мне некомфортно, да, играет кино все равно на фоне, но мне некомфортно, мне не нравится, вот честно. Те люди, которые не хотят общаться, которые устали, просто не общительны, я их ни в коем случае не заставляю общаться. Но если человек сам проявляет инициативу, я обязательно поддерживаю разговор, так как мне приятно с людьми общаться, мне нравится общаться с моими девочками. Сейчас я уже собрала все инструменты, кинула их в дезраствор, потом, естественно, предстерилизация, то есть чистка под водой, под проточной, а затем уже стерилизация инструментов, собрала весь свой стол, все свои штучки разные, лаки. Вот, я надеюсь, что вам понравилось это видео и понравится формат блогов. Пожалуйста, поддержите меня лайком и обязательно подписывайтесь на мои соцсети, ссылочки на которые я оставлю в описании, также на мой YouTube-канал. Напишите в комментариях, снимать мне больше для вас таких видео или же что-то по типу просто ручек. Ну и спасибо вам большое за просмотр, всех люблю, до скорой встречи!